В Лондон прибыл первый товарный поезд из Китая. Состав отправился из провинции Чжэцзянь 1 января. На путешествие через всю Евразию ушло 18 дней. За это время поезд преодолел почти 12 тысяч километров. Его маршрут пролегал через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. Планируется, что поезда по этому маршруту будут отправляться еженедельно, поскольку доставлять груз поездом быстрее, чем по морю, и дешевле, чем самолетом. Добавлю, в последние годы Поднебесная расширила железнодорожные перевозки в европейские страны в рамках проекта «Новый шелковый путь». Британия стала 18-й европейской страной, с которой КНР установила прямое ЖД-сообщение. На самом деле перевозить груз поездом очень выгодно. Это дешевле и быстрее. Также с экологической точки зрения этот вид перевозки намного безопаснее. Поэтому в условиях постоянных климатических изменений переходить на рельсы очень актуально.